уже 3 дня в Мюнхене. Сегодня будет такая тренировка с маршрутом, с тренировкой нормально. Шевел со стулом, который уже 3 дня пытается поваляться в этой бочке. Вообще в бочке. Он просто все взрывает, как крот. Here we go! Дай сюда, дай. Молодец какой. Не трогай бич. Не трогай. Положи, фу, брось. Вы не поверите, ластик спит. Слышал? Ты мой сладкий мальчик, ты мой сладкий ангел. Снимаем, да? Да, она уже снимает. Сейчас будет видос, как у Вадика чревая. Ластик не хочет работать. Ну пошли. Подъем. Давай. Ой, молодец какой. Пупсик. Привет, Кис. Привет. Все нормально? Сон? Завтрак? Отлично. Силы есть? Ну и все здорово. Значит, все хорошо. Давай тогда, потихоньку. Подбирай, да начнем разминаться. Приятно удивлен. Вороной только мне. Мне единственное не нравится. Любите? Есть такое поверье, да? Что вороны не прыгают. Да? В большом спорте вороных очень мало. Да? Очень редко. Да. Которые прыгают гран-при. Гран-при, которые то все. То есть, я про эти. Ну, будет исключение. Да.
Хорошо, Ксюша. Мы потренировались. Сегодня прыгали нормально. Правда, у студенька один разочек закинулся, потому что я там что-то подумала, что-то он напугался и такой типа хотел прыгнуть, но не получилось. Ну, а дальше все нормально. И вот, как обычно. В солярий он всегда заходит через жопу, то есть это надо его туда заталкивать, потому что он не хочет туда заходить задом, только передом. Очень интересно, да. Так. Ну вот, собственно, и все. Ну, скажи что-нибудь хорошее. Добрый вечер. Я шикаюсь на тумбочке. Ластик всем очень понравился. Всем тренерам. Да, Ластик? Дурашка. Он, короче, всем понравился. Прям очень-очень. Давай. Ай, брат. Поскорее. Нет. На. Супер. Умный мальчик. Сейчас будешь весь как свинья. Ой. Молодец, короче, Маша. Ты так дорого этого хотел, да? Теперь он весь как звин. Зато повалялся.